Сенсация этой субботы. Футболисты Бельгии разгромили англичан, которых все считали фаворитами чемпионата мира. Российский мундиаль подтверждает, здесь все совершенно непредсказуемо. Здравствуйте. В прямом эфире итоговая программа «Вместе». С вами Екатерина Абрамова. До финала дошел лишь один фаворит. Это сборная Франции. Сможет ли она выдержать натиск сборной Хорватии, которая схватила за хвост саму удачу? Большой вопрос. Итак, 21-й мундиаль. К этому моменту сыграно 63 матча. Самый главный – 64. Сегодня в 6 часов вечера на стадионе Лужники в российской столице. Это финал. Хорваты против французов. Интрига, кому же достанется кубок. Москва – футбольная столица мира. Кажется, никто уже не сомневается в этом. Чемпионат превратился в большой праздник. Праздник для миллионов болельщиков из самых разных стран. Но сначала настроения все равно были самыми разными. Даже в России, а уж про ожидания, связанные с выступлением национальной российской сборной, и говорить не приходится. Но в итоге все вроде бы получилось. Да, не вышли в полуфинал, но ведь выстояли в бою с Красной Фурией, с испанцами. Ведь впервые за полвека пробились в 1/4 мундиаля. Ведь показали, что и в обороне сильны, и в нападении, в игре с хорватами им просто не хватило удачи. Проиграв, сборная России победила. Она заставила большинство россиян полюбить футбол. От этого вряд ли теперь можно избавиться.